23 та 24 квітня у Палаці Україна святкова програма «Дизель-шоу». Сама крута в Україні! Яскраві враження та нестримний сміх гарантуємо. Квитки на сайті dieselstudio.com та використання фонограми. Здорово, Женька! О, здрасте, Сереж! Чо, опять в стрелялки граєш или в футбол? Нет, взламываю сайт Пентагона. Ух ты, дай глянуть. Да я пошутил. Небось, баб голых опять смотришь. Я этим не интересуюсь. А надо бы интересоваться. Тебе по молодости бабу-то склеить вообще никаких усилий не стоит. Не то, что дядь Сережа. Дядь Сереж, вы сюда лекцию пришли читать? Мне пап с мамой хватает. Да какие лекции? Мне, понимаешь, твоя соседская помощь нужна как какашника. Как айтишника? О, точно, вот айтишник. Все время путаются слова, понимаешь. Поможешь мне с киндером? С киндером? Так у вас же вроде нет детей. А, я понял. Вас зарегистрировать на программу ЭКО? О, точно, вот это, на эту программу. Вот это, как это называется? Швондер? Нет, Зиндер. Пиндер. Может, Тиндер? Точно. Так Тиндер — это молодежная программа для знакомств. Да. Там влюбленные сердца находят свою вторую половинку. Вот мне бы сразу две половинки одного целого найти прямо. Не буду я вас регистрировать. Я вас уже вон в Вайбере зарегистрировал. Достаточно, что вы на 8 марта в общем чате 50 одинаковых фотографий прислали с открытками. Если бы я каждый посылал отдельную фотографию, то пока бы поздравил, можно было уже с Пасхой все поздравлять начинать. Зачем вам Тиндер? Понимаешь, с бабой я развелся. Да, ладно. Я теперь ведь как тополь на плющихе, один, одинокий. Подождите, я вас в прошлом году зарегистрировал в Одноклассниках. Найдите себе там кого-то. Зарегистрировал. А нафига ты мою жену туда же зарегистрировал? Поэтому в Одноклассники мне теперь нельзя. У меня травма. Да, это зашквар. Вот. С зашкварками, сковородкой и все случилось прямо. Травма. Нельзя. Ладно, давайте зарегистрирую. Давайте телефон. Телефон? Да, держи. Дядь Сереж, я не смогу вам Тиндер поставить на кнопочный телефон. У меня домашний еще есть с роликом. Дайте. Дядь Сереж, Тиндер нужно поставить только на смартфон. О, понимаешь, с ним такая непонятка вышла. Что, опять разбили, да? Разбил. Опять случайно зашли на сомнительный сайт? Не, не случайно зашел. С конкретной целью. Из-за нее с женой и случилось. Теперь я один. Как тополь на плющихе. Ладно, ладно, давайте, не расстраивайтесь. Вы же понимаете, я могу зарегистрировать вас, поставить вам Тиндер только на смартфон. А вот... Так это мой смартфон. Знаешь, как дядь Сережа выручать тебе, так мы забыли, да? Когда если бы это? Я этот журнал у тебя с голыми бабами не изъял, что бы сейчас было? Что бы было? Вы его себе забрали позырить. Я ж на опережение. Если бы батька его нашел, сейчас бы он его разглядывал. Ладно, давайте я зарегистрирую вас в моем телефоне. Давай, давай, давай. Так, открываем Тиндер. Давай. Для начала нужно пройти анкетирование. Ага, давай. Итак, пол мужской. Мужской. Имя? Серега, пиши. Просто Серега? Просто Серега. Не Серджио? Нет. Не Серджанто? Нет. Не Святый Сергий? О! Ну нет. Просто Серега? Просто Серега. На вас-то не похоже. Давай. Так, хорошо, дальше. Нужна фотография. О, фотографии есть. Сейчас тебе фотографии, вот, посмотри. Зачем вы мне фотографии голых теток тут показываете? Чтобы было понятно, какие бабы мне нравятся. Круг знакомства, кстати, обкружить, да. Да нужна ваша фотография в Тиндере, чтобы женщины ее увидели. Ну мы же в Одноклассники закачивали, вот выбери любую. А, вот, ну, открывай. Давайте, да. О, вот. Видишь, вот я в «Жигулях». Вот я в «Жигулях» в гараже. Вот я под «Жигулями». Вот я «Жигули» продал. А вот мне через два дня вернули их. Дядь Сереж, а у вас нет фотографий без «Жигулей»? Без «Жигулей»? Ну это вообще-то не модно. Не модно «Жигули»? Да, представьте. Поймите, фотография на главной страничке — это как ваша визитная карточка. Нужно сразу с козыря заходить.
Козыря? Да не с этого козыря. Вы что, забыли, что вас из этого козыря в Инстаграме заблокировали? Представляете, сколько женщин вы оскорбили? Значит, когда им выкладывать эти срамные фотки, это нормально. А когда я показал свою реакцию на их фотки, оскорбление. Вместо этого вы могли просто лайкнуть ее фотку и все. Я устал лайкать. Я хочу чпокнуть хоть кого-нибудь. Ладно, давайте я вас сфотографирую сам. Фотографируешь? Да. Так, давай. Встаньте в полный рост. Да. Сделаем какую-нибудь красивенькую Что вы сделали? Что, еще рубашку заправить? Не надо, это не модно. Ну, как-то ниже спустите, что ли. Чтоб красивее бы. Вы зачем вы штаны сняли? Вот так вот. Давайте еще разочек. Красивенькую фотографию, только добавьте больше секса. Оденьте штаны, зачем вы их сняли опять? Тебя не поймешь! Снимите штаны, оденьте штаны! Вот поэтому тебя с бабами-то и не ладится! Ладно, давайте без штанов. В смысле, штаны не трогайте. Просто фотографирую ваше лицо. Сделайте умное лицо какое-нибудь. Я, Сереж, у вас такое лицо, как будто в комнате воняет, а вы делаете вид, что это к вам не относится. Я всегда так делаю, чтобы на меня не подумали. Давайте тогда другое лицо, не такое умное. Сделайте такое лицо чемпиона, победителя. Такого, девушки любят победителей. Да нет, дядя Сережа, сейчас такое ощущение, что в комнате воняет, и вы этим гордитесь. Ладно, давайте я из одноклассников вырежу вашу фотографию. Меня из одноклассников вырежешь? Ну, обрежу, да, там. Обрежу? Ну, не вас обрежу, в смысле, а Жигуль ваш этот обрежу. А, Жигуль обрезай! Козырь не трогай. А что вы к этому козырю прицепились? Надо указать ваше достоинство какое-то. В сантиметрах? В долларах. А, в долларах. Напиши, что у меня гараж с ямой. Гараж с ямой? Да кому нужен ваш гараж с ямой? Напиши, что я начитанный. О, а вот это хорошо. Девушки любят интеллектуалов. Да, я знаю наизусть состав всех освежителей воздуха. И на вкус тоже. Я даже знаю, где вы их читали. Так, вроде все. Осталось указать зону. Я вообще скрывал этот момент, конечно. Пиши под Челябинском общего режима. Я, честно говоря, не про эту зону говорил. А. Какой вы предпочитаете радиус? Радиус не знаю, но объем такой нормальный. Троечка твердая люблю. Да какая троечка? Нужно указать радиус зоны поиска. Где искать вам девушку, женщину вашу? Кооперативный гараж. Боюсь, что там ни одной не найдется. А на СТО? Тоже вряд ли. А что делать? Давайте я укажу точку поиска от нашего дома и по всему миру. Да? Давай лучше от гаража до СТО. Хорошо, укажу наш район. Только ты мою бывшую сразу вычеркни оттуда. И Костеляншу. Хотя нет, Костелянша не вычеркиваю. Я когда пьяненький, она вроде ничего. Ладно. Да. Так. Все, поздравляю, я вас зарегистрировал. Вот и девушки начали появляться. Девушки, вот смотрите. Ох, ох, нифига себе! Вот. О, а цены есть? Какие цены? Это сайт знакомств. А, сайт знакомств? Да, много. Видите как? Да, вижу, да. Ух ты, вот это классное! Вот, видишь? Ставь ей пятерку. Это ж не одноклассники. А? Тут лайки надо ставить, как в Инстаграме. Вот, смотрите, Анечка. Да. Вот, Анечка, как вам? Ничего такая, классная. Лайкать? Да. Давай, лайкай. Так, Анечка пишет, что любит удивлять мужчин. Тогда сразу нет. Почему? Да у нее, небось, три сиськи и стеклянный глаз. Почему это?
А чем она еще меня удивить может, я не знаю. Ладно, хорошо, вот еще тут есть Вероника. Так. Пишет, что любит клубничку. Сразу нет. Почему? Дорого. Сейчас у клубники не сезон, пусть летом звонит. Она любит сексуальную клубничку. Да хоть сексуальную, хоть ремонтантную. Пускай в июне звонит, там будет дешевле. Что еще? Вот Лиза, смотрите. Ага. Лиза пишет, что ищет папика. Батю потеряла. Это ей в передачу «Жди меня». Она думает, что папка здесь, в Тиндере, да? Няга. Она, как вам сказать, ну, спонсора ищет. Спортсменка? Музыкант? Чего ты ржешь, я не понимаю. Ну, скажи нормально. Да она, ну, как вам сказать, она согласна на секс за деньги. Ух ты! Сколько хочет? Это они не пишут, это надо в личке писать. Предложи, согласна, за 100? Ну, думаю, да. Гривен? По-любому нет. Тогда надо ждать зарплату. Сейчас с баблом тяжело. Так, ладно. Хорошо, идем дальше. Да. Вот Лиза, как вам, нравится? О, Лиза классная, да. Лайкать? Ну ладно, ставь тогда, давай. Так, хорошо. А вот еще Ира, смотрите. Ирка-то красивее Лиски. Давай у Лиски лайк возьмем, у Ирки поставим. Тут можно... Сколько угодно женщин лайкать. Да? Да. И то есть, если я и то поставлю, они друг про друга не узнают? Нет. Охренеть. Вот бы и в жизни так. Да, о, кстати, вот вас Лиза, кстати, лайкнула. Так что можете ей что-нибудь написать. Прям написать? Да, пишите ей что-нибудь. Отвернись, я пообщаюсь с ней. Я трах. Где у тебя хэ здесь, я не понимаю, а? Что там пишете такое? Вы что, не понимаете, что она вас за это может забанить? Забанить? Это же в баню, что ли, позвать? Я согласен, баню. Ну, нет, она вас, ну, может заблокировать. Ну? За флуд. За что? Ну, флуд. Да нет у меня никакого флуда. Ну, был год назад, но я вылечил. У меня справка есть. У него самой-то есть справка хоть? Да нету тут справок. Это сайт знакомств. Какие справки? Вот, сделали же, хрен знает какую программу. Заразиться можно чем угодно. Подхватить, чтоб даже... Сами выбирайте тогда, что вам там нравится. Давай. О, классная. Лайк. О, лайк. О, лайк. О, мамка твоя. Чего? Да шучу, шучу я. О! Наша костелянша, баб Маня. Лайк? Ух ты! Моя Гримза здесь тоже. Жена бывшая? Ага, капец. Спросит, что я там делал, что ответить, что придумать, что. Слушай, а тут друга найти можно? В смысле друга? Ну, типа я на рыбалку хотел уехать на неделю, сбежать, порыбачить. Нет, тут такого нет. Разве что я вас с женщиной зарегистрирую. Не, женщины не надо. Мужики ржать будут надо мной. Так. О, смотри, какая. Вот это то, что надо. Какая-то она страшненькая. Да ты не туда смотришь. Жигули, смотри, какие. Класс, вообще. Это же Наташка. Наташка, с которой я еще с училища. Господи! Так что, посмотри. Лайкнуть ее можно? Да зачем ее лайкнуть? У меня ее телефон есть, я позвоню. Далеко она? Ну-ка, проверь. 1.5 километра отсюда. Отлично, я знаю. Там ее бабка живет. Я поеду туда к ней прям. На «Жигулях» завалю. У нас же с ней «Жигулях» все и началось, ты знаешь? Вот она обрадуется, а я красавцем на «Жигулях» заеду. Главное, ты моей Грымзе не говори только, понятно, где я? Все, отлично. Женечка, дядь Сережа к тебе случайно не заходил? Я так и знала. Я, главное, в квартире интернет отключила. Так ты к соседу пошел, да? А чё ты, главное, сама-то в этом пиндере зарегистрировалась? Я еще в этом ТикТоке зарегистрировалась, что все баб твоих пасти. Подождите, подождите, ну вы же вроде развелись, разъехались. Мы еще и развелись!
Женя, удаляй его отовсюду, удаляй! А да ну, как, сюда, как, скотина! Как? Иди сюда, я тебя сейчас дам, развелись, а! Фух, слушай, ну, наконец-то мы отдохнем после этой буковели. А то днем лыжи, вечером виски. Ой, не только виски. Да, вчера прям на лыжах виски. Да, что-то я разгорячился. Или виски мне разгорячились. Последний день все-таки. Ой. Ну что, отметим? Да. Ой. Отметим наш отпуск. Ой. И наш спокойный сон наконец-то. Хоть выспимся. Ну, давай. Хорошей дороги. Ой. Ой. Сон. Ой, да, сука. Алло! Света! Да громче говори, я не слышу. Да я в горах! Ага. Да. Что в горах? На лыжах каталась. На горных. А, нормально покаталась. Правда, это, ногу сломала. Да не себе, инструктору. А Толя руку сломала, ага. Да не инструктору, себе. А, решил меня это, на этот подъемник подсадить. Ага. Что говоришь? Котлеты горят. Ну, давай это, снимай, да перезвонишь потом, ага. О. Женщина, вы что делаете? Это вообще-то наше шампанское. Ой, я прошу прощения. Я просто первый раз в купе еду. Я думала, что в купе, как в отелях на входе встречают. Welcome drink. Кисляк какой-то. Ай, ой, женщина! Что вы делаете? Что ж меня после шампанского вечно на приключения тянут? Не стесняйтесь меня, что вы позволяете себе? Да ничего я не позволяю, это ты извращуга. Ага. Галя, 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 Галя. Ваш охламон! Стоп-кран дернул! Толя, ты шо? А шо? Я думал, что ты не села. Толя, ты что, мало одной руки сломано? Нет. Надо тебе вторую сломать. Нет. Чтоб ты всякую фигню не дергал. Вот скажи мне, ты идиот? Нет. Да. То ты на этой горнолыжке этот подъемник остановишь, потому что я не села. Ну. То тут этот стоп-кран. Я прошу прощения, вы можете в тамбуре поругаться? Вы вообще-то спать хотите. Мы вообще-то жрать хотим. И чайку попить, ага. С этими, с вахлями. Ага. А принеси так нам это, пачек 19. А чё не 20? Да ты с ума сошла, ну куда столько-то, ну? Ага. Я вахли не буду. А я тебе и не заказывала, Толя. Ой. Женщина, вас ничего не смущает? Толя. А. Толя, мне кажется, или с моим тухисом кто-то разговаривает? Женя, давай на эту сторону переляжем. Спите, спите. А вы до Киева едете? Я говорю, в Киев едете? В Киев, в Киев. Ага. Это хорошо. Мы тоже до Киева едем, ага. А вы, женщина? Женщина, вы до Киева едете? Она со мной. А, так вы что, пара, что ли? А что вы на разных кроватях? Может, вы на одну полку переляжете? А? А то я наверх не боюсь. После того, как я с нее упала. Прям вместе с полкой. Прям вот на такую же молодую. Красивую. Так, женщина. Да. Хватит нас тут запугивать. Мы купили билеты на нижние полки и будем ехать на нижних. Это мы еще посмотрим. Толя! А? Толя! Что? Деньги и документы где? А? Дергай а? Стоп-кран, Толя! А? Ой, где деньги и документы? Стоп, 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 Галя. Галя. Что? Ты ж документы у Левчик спрятала, а деньги у трусы.
Толя, ты дебил? Нет. Ты еще всему пойду, расскажи, где у меня что. Ты хочешь, чтобы нас обокрали? Да кто тебя обокрет? Да вот хотя бы эти. Смотри, какие рожи подозрительные. Вот это стрёмное. Ага. Больно нам надо, ваши вещи. Ой, больно. Вещи! Толя! Что? Ты что, вещи в коридоре оставил, а? Толя, вот ты ж... Господи, ты вот ты у меня идиот, а? Нахрена я тебя на себе женил, а? Мужчина! Мужчина, встаньте, а? Да сейчас, иди. Мужчина, встаньте! Да нечу я. Слышь, я сейчас тебя прям вместе с полкой подыму. Да. Весь да. Банаш наружу вылезет. Ладно. Это, мужчина, твоя сумка? А? Моя. Эй, алло! Куда? О, молодец. Ага. Вот. Ах так, я вас сейчас на видео сниму. И в интернет выложу, пусть весь интернет видит ваше хамство. Я сейчас твой телефон тебе в одно место засуну. И вся больница будет ржать над твоим рентгеном тазобедренного сустава. Я записал вашу угрозу. А кто тебе сказал, что это угроза? Это новый хит в этот ваш дебильный тук-тук. Пожалуйста. Ой, золотце, спасибо тебе большое, ага. Ой, ой, хорошо. Девушка! Скажите им, чтобы они не шумели. А я не могу. Они вафли и чай заказали, а вы нет. Хорошо, принесите нам, пожалуйста, чай и вафли. А вафель уже нет. Тогда чай и печенье. Ну, печенье. Да поняла я, печенье. Два печенья. А вы не шумите, пожалуйста. Ой, Зонас, это я сама тишина. Ты что? Прям я же тихо разговариваю. Спасибо. Да, Толя? Я говорю, да, Толя! Ну спрашиваю тебя, да, Толя, ты что ты молчишь, Толя? А что ты так тихо говоришь, Галя? Да я нормально говорю, да что не нормально, ты как это? Галя! Вы же обещали тихо себя вести! Ой, я что, громко? Ой, я прошу прощения, ага. Все, сама тишина. Ага. О, смотри, приснилось что-то, наверное. Ага. Ужасы. Женщина, вы можете не сёрбать? Ой, прошу прощения. Конечно, могу не сёрбать. Тихо, Толя. Женщина! А? Да вы можете не шуметь, не шуршать, не шурудеть, не чавкать, не прямкать, не сёрбать! Пассажир буйный, орёт! Я сейчас полицию вызову! Ага. О, полицию. Вот, Толя, вот что нам с тобой вечно какие-то нервные пассажиры попадаются? Что ага. Туда ехали, что обратно, а? Ага. Ой, ну ладно, это... Давайте, я переодеваться буду. Мужчина, выходите, я переодеваться буду. Да что я там не видел? Мужик, лучше выйди. Потому что то, что ты увидишь, оставит неизгладимую моральную травму. Толя, сейчас у тебя будет травма. У меня уже есть. И еще одна будет, прям вот бы там, а это будет такая же, только здесь. Понял. Понял ты, ага. О, Светка. Алло, та Свет. Все, слила котлета, ага. Молодец. Да нормально едем. Да в каком плацкарте, в купе? Буду я еще в плацкарте с этими нищебродами. Да, еще попадется какое хамло быковатое. Не попадется, оно ездит в купе. Соседи? Да такие что-то психованные. Ага, да. Алло, Света! Алло! Я говорю, вы можете тише разговаривать! Что? Я говорю! Ты сказала, купила. Сковородку новую. Ой, молодец. О. Ну я приеду, обмоем, ага. А... Ой!
что ли? Ну все, телефон разрядился. Есть Бог на небе. Доставай курицу. О, оно. Но дьявол правит на земле. Так, о, курочка. Курочка. Все, доставай эти яйца. Так они же еще не спят. Толя, куриные, а не козлиные. А, давай, что там у нас это? Есть. Лук, чеснок, давай. Так, что рыба есть? Копченая, давай. Рыба. О, майонез давай. Да. Отлично. Сейчас салат тебе буду мимозу делать. О. Ага. О. О. Вот сюда. Ага. О. Отлично. Женя, пожалуйста, открой окно, я сейчас... Боже, мне сейчас тошнит. А? Толя, ты хочешь, чтобы я простудилась? Женя! Укрзалезница. Толя! Женя! Молодец, Женя! Женя! Смотри, Толя, рука, гипс, Галя. Намек понял? Молодец. Ой. Ой. Толя, что-то икаю. Какая-то скотина меня плохим словом вспоминает. Вот падла. Наверное, ой, весь ваш отель, в котором вы отдыхали. Толя, дай водички, а. Ой. Ага, спасибо. Ой. Ой. Ой, Толя, не помогает, а? Галя, так народный способ. Вот язык высовываешь так и... Кота, и Кота, перейди на Федота, с Федота на Якова. Боже мой, зачем я это увидел? Я ж теперь точно не засну. И что? Ой, Толя, не помогает. Ой. О! Так это, в пакет подыши. Так где я тебе пакет возьму? Да вот, с под мимозы. Ой, давай. Ага. Помогло. Родок. Сдохла та скотина, которая обо мне плохо думала. Ага. Ага. Точно. Ой. Не знаю, как ты, я, Толя... Ах! Ах! Ах ты моя тигрица! Руки! Продезинфицируй для начала. Ах! Галя! На верхнюю полку давай! Да! Так, понятно. Мужчина, собирайтесь. Так, ладно, что здесь мы? Это все они. Это они. А она вместе с ним. У них шайка-банда. Хабалка. Так, оба собирайтесь. Посадим вас в спецкупе, а в Киеве разберемся. Давайте. Ага. Идем я на спецкупе, хоть там выстримся. Давай. Чешите ногу об дорогу. Ну вот, Толя. А ты говоришь, что в сезон нижние места не купишь. Куда пошел? Мы же пара, Толя. Иди-ка. Сюда ложись. Давай, давай, Толя. Ой, выспимся на нижних. Толя!
Добрый день. Добрый день. До эфира осталось совсем немного времени. Да, давайте. Так, ну что, вы готовы? Yes, of course. Да, я тоже Хорошо. Практически готов. Мне нужно еще буквально 30 минут, и я буду готов. 30 минут у нас нет, у нас есть секунд 15. А послушайте, я считаю непрофессионально выходить в прямой эфир неподготовлен, поэтому все-таки мне нужно буквально 30 минут, если можно, буквально. Дело в том, что эфир все-таки состоится, он скоро начнется. Я, кажется, монографию забыл на кафедре. А, стойте, пожалуйста, вернитесь, присядьте. Так, может, я закачаю там, какая вам инфа нужна? Вот, пожалуйста, новое поколение, лишь бы что-то закачать, подкачать, откачать. Ну, это кошмар просто. Никакого образования, понимаете, никакого Внимание, понимания. Внимание, эфира 5, 4, 3, 2, 1, эфир. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на нашем телеканале. Сегодня мы с вами вместе обсудим вопросы, связанные с проблемами образования. Итак, в нашей студии профессор гуманитарных наук, доцент, представитель Министерства образования. Да-да-да. А Альберт Карлович Непачеленко-Данилевич. Вы знаете, не совсем правильно вы сделали, ударили. Правильно говорить Нечипаленко-Данилевич, пожалуйста. А не Чапаленко, да не... Чапаленко, да не Левич. Попробуйте не еще раз. Не Чапаленко, да не Левич. Нет, там у меня ударение и на И, и на Е. Попробуйте еще раз. На И, на Е. На... Не Чапаленко, да не Левич. А зачем вы на Д делаете ударение? Попробуйте и на Е, пожалуйста. Не Чапаленко, да не... Все, неважно, я понял, уже ничего не получится, потому что, знаете, вот современное образование никому не надо, а вы даже уже буквы не можете выговаривать. Ну, понятно. Куда катится? Вы рили кульного олда по фану чекнули. Полный фрики андеграунд. А я сейчас не понял, это он кашлял или чревовещал? Или, может, это у нас международная встреча, и вот это вдруг неожиданно что-то нарисовался человек на странном языке, говоря, что ужас какой-то. Да. А, давайте я вас познакомлю. Справа от меня известный блогер, контент-мейкер, стример и тиктокер Ди. Ди? Просто Ди? Или тут, может, что-то не дописали? Дима, может? Нет-нет, Ди — это мой никнейм. А вы знаете, это quick speak. Мне кажется, нужно просто добавить Билл. Вот, понимаете? Билл, все. И будет все сразу понятно, ярко, интересно. Итак, давайте начнем. Начнем мы с самого главного вопроса — онлайн-образование. Хорошо это или плохо? Давайте я начну, вот если вы не против, потому что это буквально коротко. У меня буквально 40 минут подготовленная речь небольшая. Я предлагаю начать с самого начала, вот главного. Понимаете, а тут простым ответом не ограничишься, как мне кажется. Здесь важно провести, собрать консилиум, провести как бы такое собрание, преподавательский состав, учесть статистику, обязательно учесть аналитику, провести исследование, получить соответствующие выводы и по ним делать уже высказывания на этот счет, понимаете? Вот. Да, потому что нельзя говорить вот так, знаете, огульно, что все у нас плохо. Хотя в то же время нельзя говорить, что у нас все хорошо. Мы на кафедре хотели обсудить этот вопрос, но ввели карантин, и мы не смогли собраться. Понятно. Да. Но вы знаете, в то же время, последние исследования на эту тему проводились с Министерством образования еще до того, как появилось Министерство образования. Поэтому что-то их научных данных у нас нет. А, вы закончили? Да. Я закончил Киевский национальный университет в 1983 году. Я имею в виду про онлайн-образование. А вы нет, закончили? Я еще даже не начинал. Ну что вы. Вот, вы знаете, моя специальность была автоматические системы управления. Это очень интересная была диссертация. Кстати, слушайте, совершенно случайно я взял ее с собой. Здесь буквально 2000 страниц. Давайте позже мы вернемся к вашей диссертации. Ди, этот вопрос к вам. Репитните, плиз, а то эти мантры меня унесли в нирвану. Извините, что сделать? Квешн повторите. А, квешн. Квешн такой. Онлайн-образование, хорошо это или плохо? О, онлайн-эдюкейшн — это хайп. Это фьючер, это лайк. А скажите, а чем он издает эти звуки? Что? Не, ну правда, безумно интересно. Просто я, правда, не понимаю. У нас на кафедре у моей хорошей знакомой Галины Кондратьевны, вот, у нее был кот. Да? И вы знаете, один раз вечером мы увидели, как кот начал издавать тут похожие звуки. Мы думаем, ну все, кирдык пушистому. А потом, посмотрим, нет, оказалось, что он съел шерстяной свитер Галины Кондратьевны, и потом как бы насобирался комок у него такой, и кот выплюнул. Он выкашлял вот этот вот комок шерстяной.
закончили? Да, я же вам говорил, я закончил Киевский университет. Так, вот, по специальности, кстати, мне прекрасная была специальность. Вот, слушайте, у меня с собой есть дипломы, я все их хорошо, взял. Хорошо, хорошо, я поняла. Давайте перейдем тогда ко второму вопросу, который звучит так. Какие проблемы вы видите в современном образовании? Давайте я буквально коротенько, на 40 минут. Смотрите, я готовился к этому вопросу. Вот, если вы меня не будете перебивать, я вам очень подробно обо всем расскажу. Даже с графиками. Вот. Проблема с наукой началась еще в 93-м году, когда я пришел только на кафедру и познакомился с Галиной Кондратьевной. Царствие небесное, хотя она до сих пор жива. Вот. Вы знаете, что интересно? Ну, просто безумно яркая женщина. Вот. Прикинь, такая, я хотел начать, но с более все-таки ранних времен, я хотел бы начать с времен Хрущева. Как вам такая ситуация? Хотя нет, давайте рассматривать еще более ранний период. Начнем с Киевской Руси, с Владимира Ясносолнышко. Помню, мы вместе с ним встречались, мы вели беседу, он такой яркий человек, вы не представляете просто. Кстати, я закрутил совершенно случайно монографию на древнеславянском языке. Вот она. Вы можете полистать, здесь нифига не понятно, но вам очень понравится. Вы знаете, если нашим телезрителям будет интересно, они найдут эту монографию и сами все прочтут. Где? В Гугле. Вот вы знаете, вот мое поколение гораздо больше интересные рифмы находило на слово «где». А Галина Кондратьевна еще и показывала. Ди, этот же вопрос к вам. Какой вопрос? Какой вопрос? Ой, я уже и сама забыла, какой вопрос. Так, одну секунду. Какие проблемы вы видите в современном образовании? Да, ну, no problem. Ну вы же так интересно начали. Ну говорите еще что-нибудь. Я просто больше не хочу к Галине Кондратьевне. Окей. Modern education — это cool. Это future. Это креатив. Ты кейси юзаешь, никаких челленджей. Все all right. Спасибо за ответ. А вы знаете, я, кажется, понял. Это генератор случайных звуков, да? И послушайте, я могу реплику, вот я буквально коротко, 20 минут уложусь. Смотрите, вот в моей диссертации на странице 216 есть очень четкая ссылка на странице 510, где указан параграф, в котором описано. Смотрите, очень интересно, большие объемы информации не могут усваиваться индивидуумом без полного осознания глубины изучаемого объекта. О-о-о. А если мы с вами копнем глубже, а мы хотим копнуть, потому что там будет что? Во-первых, интересно, во-вторых, там будет Галина Кондратьевна. Не надо копать! Ди, расскажите, а где вы получили образование? Ну, я не закончил. Я еще на первом курсе понял, что это бесперспективняк. Ха! Неуч! Ужас, пустышка. Вот смотрите, я сейчас найду данные, и вы все поймете. Вот как можно огульно вот так заявлять, что нет проблем? У меня статистика, правда. У меня аналитика. Я 40 лет на кафедре. Я с Галиной Кондратьевной знаком. Пусть земля и будет пухом, конечно, с Галиной Кондратьевной. Она на самом деле жива. Она просто на даче сейчас копает картошку. Я хочу, чтобы любимой женщине было легче, чтобы земля была более рыхлой. Давайте я вам помогу сформулировать. Вы не поможете мне сформулировать. Тут только Галина Кондратьевна могла бы помочь. Вот. И она бы была сегодня здесь, но она на даче, и вместо нее вот какой-то хмырь. А. Так, остановились. Да. Поехали. Проблемы с финансированием есть? Когда вы говорите про финансирование, нужно показывать другой палец. Это очень важный момент. Вот. Но на самом деле вы молодец. Я выдержку зачитаю. Здесь буквально 30 минут. 30 минут и не перебивайте. У нас вся программа 20 минут, а 10 минут уже прошло. Слушайте, какие 20 минут? Ну вы сами подумайте, у людей карантин сейчас, им все равно нечего делать. Здесь не послушают умного человека, сделают какие-то выводы. Может быть, начнут переписывать мою диссертацию, законспектировать. А заодно изучат историю университета, который, в отличие от некоторых, закончил в 1983 году. И до сих пор там преподаю с Галиной Кондратьевной, которая сейчас в гробу перевернулась. Ну, имеется в виду, гробу — это аббревиатура Британский университет. Так, давайте коротко и по сути. Давайте, конечно, смотрите. Проблемы с финансированием есть? Есть. Так. Я получаю ставку 3000 гривен, да, чтобы вы понимали. 75 гривен за старше, 8,20 за степень. На стаке 3-4 доцента, 17 научных сотрудников, 8 докторов наук, а государство нам ни копейки не дает. Нам диссертации, чтобы вы понимали, не на чем писать. А у нас один карандаш на всех, вот. Хорошо, сейчас карантин, поэтому карандаш у меня.
Расскажите, а сколько денег вы тратите на образование? Зеро. Только интернет. Ну и еще копейки на вебинары. Ну, послушайте, это какая-то профанация, правда. А сколько вы при этом зарабатываете, если не секрет? Ой, вы так рассмешили меня. Сколько он может зарабатывать? Сколько сейчас можно заработать глупостью? Зеро. Да. Ну, 10-12 долларов. Ну, это не everyday, не everyday. Это в неделю, может быть, за уикенд поднять могу. Ай! Это бюджет всей нашей кафедры за весь 21 век. Еще со времен Хрущева. Да, я скажу больше, это прямо с Киевской Руси. Весь наш бюджет. Владимир Ясный, солнышко. Сейчас. Смотрите, спросите у него, сколько у него с этих денег забирает профсоюз. Я боюсь, он не знает этого слова. Ну, смотрите, я сейчас писал диссертацию, я сейчас буквально все посчитаю. Дайте мне одну секунду. Прошу прощения, у меня карандаш сломался. У вас точилка есть? Нет. Я зубами заточу, как меня учила Галина Кондратьевна. Карантин повлиял как-то на ваши доходы? Нет, абсолютно. Наоборот, повысился спрос на диджитал, на онлайн education, на лендинги, стриминги, онлайн краудфандинги, все тикток. Заткнись! Альберт Карлович, держите себя в руках. Ну вы же видите мое состояние, он его усугубляет. Послушайте, можно я ему тубусом перетяну? Так, давайте чуть попозже. Альберт Карлович, вы же там что-то считали. Да, я считал, послушайте, я посчитал. Что вы посчитали? На эти деньги, что он сказал, можно содержать 2-4 доцента, 8 докторов, 5 профессоров, 214 лаборантов. Вы понимаете, но сейчас карантин, часы уменьшились, так что эти цифры смело можно умножать на 17! Падла! Альберт Карлович, скажите, а сколько нужно выделить денег, чтобы в университетах готовить вот таких специалистов? Я вот так быстро не отвечу. Понимаете, тут нужно собрать консилиум, провести анализ, архивы, потом разбираться в недостатках и вариантах исправления проблемы, только потом, ссылаясь на исследование и голосование, можно будет оформить протокол. В сложных деньгах сказать. Скажите, а сколько на это может уйти времени? 3 часа, да. Но, чтобы точно вам сказать, основываясь на научных данных. Нет, нет, я имела в виду, сколько может уйти времени для того, чтобы подготовить таких специалистов. Он вас что, укусил? Вы меня не слышите, что ли? Послушайте, женщина, надо собрать консилиум, как я сказал, да, провести анализ, архивы подобрать. И потом только мы в 2045 году мы подготовим первых специалистов. Понимаете? И они смогут начать разработку программ обучения остальных специалистов в этой области. То есть, по-вашему, мы только к 2045 году сможем узнать, сколько подготовить. Готовится специалист? Нет, к 2045 году мы только начнем понимать, о чем он вообще говорит. А сколько нужно времени, чтобы такой человек, как вы, перешел от образования к работе? Пара кликов. Заходишь на HeadHunter, регишься, проходишь KYC, оставляешь свое резюме и welcome to the team. Ну, отлично. Что ж ты за шарлатан-то такой, а? Демон ты. Хейтер. Мордофиля. Бумер. Юлдыга. Трой. Лободыр. Рафляга. Бламошка. Азаза. Сука. Пипяо. А! В нашей студии звоночек, и следует отметить, что это первый звонок за всю историю нашей программы. Мы слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Очень интересная тема. Я бы хотела обратиться к Альберту Карловичу. А, Галина Кондратьевна, это вы, здравствуйте. А что случилось? Заседание кафедры? Старый придурок, ты меня на даче закрыл и ключи забрал. Спасибо, Галина Кондратьевна. Придурок! Так, пора заканчивать нашу программу. Напомните, где мы ее дополнительно увидим? На моем YouTube-канале Crazy Jim, а также в телеге и в Clubhouse. А где можно будет дополнительно почитать? Студенческая газета «Вечерний факультет», и мы еще на стенде сделаем вырезки. И я фломастером напишу «Важно». Спасибо большое. Спасибо всем большое. До новых встреч. Послушайте, у меня еще небольшая ремарка по поводу тубуса. Можно я все-таки совершу сие? Пожалуйста, очень вас прошу. Мне очень нужно это сделать. Иди сюда. Алло? Да. Ну, где ваш сантехник? Я уже второй час жду. Сейчас соседей начну заливать. Алло? Алло? Наконец-то. Ш-
Сакауза. Сакауза. Сантехника узывай. Да, проходите, у меня в ванной кран прорвало. Давно вопрос. Что? Я говорю, давно прорвало. Да уже часа полтора как. Ну что ты за женщина, а? Чего сразу тебе не позвонили? Так я сразу и позвонила. Куда? В ЖЭК. А вы почему так долго? Ну, милочка моя, пятница, пробки. Вы находитесь в соседнем доме. Какие пробки? В основном из-под вина и пивные. Понятно. Вы кран смотреть будете? Да что я там не видел? Я бы вот лучше диванчик посмотрел. Что? Куда? Я ж вас потом не разбужу. Откуда знаете? Я что, сегодня заходил уже? Нет, не заходили. Понимаете, мне очень нужна ваша помощь. Угу. Что случилось? Может, вы сами пройдете в ванну и все посмотрите? Да я отсюда вижу. Надо стояк перекрывать. Ну так перекрывайте. А что случилось? Кран прорвало! Так поменяйте! Тут дело в 5 минут. А я пока можно вот на диванчик присяду? Нет, какой диван! Понимаете, у меня уже полная ванна воды, уже переливается. Ну, принимайте. Я мешать не буду. Может быть, вы все-таки пройдете и посмотрите? Если вы настаиваете, я, конечно, с удовольствием посмотрю, как вы там буль-буль. Что? Вы что, издеваетесь? Да это вы издеваетесь. Выдернули занятого человека. И не говорите, что случилось. Флиртуете тут. Я? В ванную заманиваете. А может, там у кого-то беда? Может, кран прорвало? Так у меня и прорвало! Так надо стояк перекрывать. Ну так перекрывайте! Сейчас пойду в ЖЭК за ключом от подвала. О, да что ж за наказание, еще и в праздник. Что празднуем? А вы не догадываетесь? Рискну предположить. День рождения? Да какой день рождения? Рискну предположить. 18-й? Да нет никакого дня рождения. Вы-то сами в таком виде. По какому поводу? А я не алкаш. Мне повод не нужен. Но все-таки интересно, вот что за праздник? Слушайте, да нет никакого праздника. Вы кран чинить будете? А что случилось? Так, все, мне тоже надоело. Алло, ЖЭК? Да, я сантехника вызывала. Да, он здесь. Но я хочу другого. Да не в этом смысле. Пришлите мне трезвого. Пусть сразу двоих пришлют. Ну, чтобы мы тут на троих сообразили. Понимаете, просто это ну совсем никакой. Это, пусть в магазин забегу, там закусочка. А, на сегодня это самый трезвый. Алло, алло. Что же такое? Ну, там вода, тут вы. Ну, что же мне делать тогда? Да, хозяюшка, ну, что ты расстраиваешься? Ну, сейчас идешь в магазин. Покупаешь шаровосиламиновый кран на 2 дюйма и однорычажковый смеситель. Понимаете, я просто в этом совершенно ничего не смыслю. Может быть, вы пойдете в магазин и все купите?
вот этого хватит? Так, все ясно. Давайте вместе лучше сходим. Не-не-не-не-не. Мне нельзя покидать аварийный объект. Так, давайте по-другому поступим. Да. Напишите, что нужно купить. Угу. Так, шаровой силовый кран на 2 дня. Все, я вам даже зарисовал. Господи, здесь. Вы бы хоть колпачок с ручки сняли. Так, сделаем по-другому. Угу. Я вас сниму на телефон, угу. А вы все расскажете. Я готов. Угу. Я вижу. Фоткай. Да говорите уже. Что говорить? Что купить? А, значит, 2 по 0,7 кагура и огурчики там. Какой кран купить? А, в этом смысле. Значит, покупаешь шарок силу на 2. Козяюшка, нет водички попить? Вам воды мало? Вон, полная ванна уже через верх. А что случилось? Так, все. Алло? Это услуга «Муж на час». Мне нужен специалист по сантехнике. А-а-а. Замену мне ищешь, да? И это еще и в праздник какой-то там. Да, спасибо большое. Я очень жду. Спасибо. Ну, ничего не хочешь мне сказать? Хочу. До свидания. Уходишь? Это вы уходите. Куда? Куда хотите. Хочу на диван. Да иди ты в ЖЭК! Я пойду в ЖЭК. Только ответь мне, в какой момент наш корабль любви дал течь. Слушайте, идите уже. Понятно. Типичная женщина. Поматросила и бросила. А кого это мы ждем? Не ваше дело. Да? Нормально. Здравствуйте. Муж на час. Вызывали? Да, проходите, пожалуйста. С праздником вас. Ой, спасибо большое. Слышь ты. Чё к моей бабе клеишься, а? Слушайте, идите уже, а то сейчас полицию вызову. Хорошо. А-а-а. Я уйду. Только не звони мне больше. А что у вас случилось? Ой, тут такое... Ванный кран прорвало. И тут вот это. Ну, все очень просто. Нужно перекрыть стояк. Дело в том, что ключ от подвала в ЖЭКе. Ну, надо позвонить в ЖЭК, они придут и перекроют все. А они не придут. А почему? Они уже ходить не могут. Послушайте, давайте я сам схожу, возьму ключ, приду и все здесь сделаю. Ой, хорошо. Все, не волнуйтесь, ни о чем. Давай, иди. Зря пошел. Ему не дадут. Почему? А он не работник ЖЭКа. Пожалуйста, я вас очень прошу. Давайте я вот позвоню в ЖЭК, а вы скажете им, чтобы дали. Прибежала. Приползла на коленях, да? Ладно, сейчас все порешаю. Алло, Михалыч, там от меня человечек есть. Да, мы хоть там отсюда позвался, он потом когда-то... И все, и мы все, и как... Вот тогда все, и мы...
Что вы им сказали? Неважно, они поняли. О, порешал. Ой, а? Да. Да. Марусечка, здравствуй. Ой. Здравствуйте. С праздником вас. Это вам. Егор, спасибо большое. Вы прекрасно выглядите. Но вы меня заливаете. Егор, извините, пожалуйста, у меня тут такое, ванный кран прорвало, и вот ух пришел. Ты ж. Это же нужно стояк срочно перекрывать. Вот сейчас и перекроем. Ничего себе, сходил Жек. Ты кто? Слышь, Муму, ты кто? Нужно сейчас вызвали. Серега. Жека. Всем привет. Откуда? Из Жека. Жека? Серега? Жека? Послушайте, вы ключ принесли? А что случилось? Кран прорвало! Надо стояк перекрывать. Так да. Вы же за этим и пошли в ЖЭК, за ключом. Пошел. Ну? Мужик пошел, мужик принес. Да что же это за праздник такой? Тот же вопрос. Так, я все понял. Я сейчас быстренько за ключом и вернусь. Сейчас, секунду. Слышь, это куда? Пускай идет. Нам нужен третий. Кто в магазин? Могу я. Деньги есть? Хозяйка, расплатиться бы. Так, пошли вон, оба! Слышь, это твоя баба. Разберись. Слышь ты, женщина. Твой день, 8 марта. Да! Слушай, вроде сегодня 8, нет? Так вот что за праздник. У вас каждый день праздник. Слышь? А? Слышь? Нет. Я не слышу. А это значит что? Что? Воду кто-то перекрыл. Как? Ключ же у меня. Ну вот и все. Воду перекрыл. Сейчас и с краном вашим разберемся. Егор, а что? Вы настоящий волшебник. Да ну, перестаньте. У меня просто такая же ситуация была где-то год назад. Я позвонил, а мне прислали вот таких же. Вообще-то этих же. Да. Не волнуйтесь, все будет в порядке. Я когда их увидел, я сразу понял, что нужно делать дубликат ключа. Да. Так, я кран. Даже не знаю, как сейчас вас благодарить. А давайте этот праздник отпразднуем вместе. Мы за! Вы за дверь, идите отсюда, алкаши! Там что-то наклевывается. Маруся, я бы хотел пригласить на этот танец. Я просто никогда не танцевал в луже. Простите. Ничего страшного. Там под вами всего лишь какой-то сосед. Вот что за люди, а? Ничего сами сделать не могут. А ведь живут рядом.
Она на третьем этаже, он на втором. Угу. Кстати, приятно было поработать. Разрешите представиться, Купидон Марины, Жека. Жека из Жека. Купидон Егора, Серега. Да. Ну, кран, конечно, не починили, зато личную жизнь кому-то наладили. Это точно. Ну что, может, за знакомство? За знакомство, говоришь, да? Yeah. Да я, в принципе, не против. Тем более сегодня праздник какой-то там. Алло. Здрасте. Да, первая тренировка Олимпийской сборной Украины после карантина сегодня. Да. Ну, не с утра, конечно, да. К обеду все соберемся, да. Что, хотите приехать? Ну, может, не сегодня, все-таки первый день. Сегодня приедете? Ну, ладно, приезжайте. Хорошо. Проверяющий с министерства. Странно. Подожди. Тихо. Здрасте. Простите, пожалуйста, вы, наверное, перепутали зал. Здесь сейчас олимпийская сборная будет тренироваться, а зал похудания в другом корпусе. Вы кто вообще? Вы сейчас не узнали, что ли? Бомжи? Коллекторы? А, бухали на карантине вместе. Мы олимпийская сборная Украины. По пожиранию гамбургеров, что ли? Тренер. Значит, как ее в раздевалке тискать, так мы надежда Украины, да? А сейчас вот так, значит, да? Боже мой! Саша, Руся, Егор, Мила, Макс, что случилось? Так коронавирус. Точнее, карантинус. Вы понимаете, что сейчас придет проверяющий от министерства, и вы ни на какую олимпиаду не поедете? Да ладно, что вы начинаете? И может, эта олимпиада онлайн пройдет? Ну, как мы на карантине бухали поэтому? По скайпу, во. По какому к черту скайпу? Ой, пардоньте, по зуму. О. Тренер, да ты не волнуйся. Мы к олимпиаде похудеем. Угу. Что вам похудеть? Вам нужно в Токио выходить прямо сейчас пешком. Черт. Ты вообще вот перед проверяющим сможешь втянуть живот? А это он втянутый? А если расслабить... Тогда надо будет шить новую олимпийскую форму. Добрый день, я из министерства. Я так понимаю, у вас собрание с техперсоналом. Вы можете быть свободны. Где тренируется олимпийская сборная? Здесь. Очень смешно. Я серьезно. Я тоже. Это я с вами по телефону разговаривал. А, понятно. Так, а это кто? Это что у нас, борьба сумо? Прыжки в воду. Так, прыжки в воду отменяются. Почему? Да потому что, боюсь, после вашего прыжка в бассейне воды не останется. Так это как раз классно. Он первый прыгнет, воду всю выплескает, а все остальные в шмятку. И Украина первая. Украина! Да главное, что это не победа, это же участие главное. Правильно, да.
Так. А вы у нас кто? Давайте помогу. Фигуристка. А что вы делаете? Фигуру поддерживаю. Вы с ума сошли, хватит жрать. Да ладно, что там? Вообще просто. У вас что, еще один? Ну, дайте сюда. Да сколько у вас их там? А это что? Кефир. Кефир? Нежирный. Дайте посмотрю. Да. Соевый. Понятно, поэтому нежирный, да? А это у нас кто? Пляжный волейбол. Ну, мячики я вижу. А что с вами случилось на карантине? Ну, кому-то карантин дал сюда, кому-то сюда. Ну, а мне просто повезло. А где ваша партнерша? Ушла в конный спорт. Вот они. С лошадью. Какой кошмар. И кто из них лошадь? Та, которая сено ест. Это ужас! Как вы до такого допустили? Они же должны были тренироваться весь карантин. Да где тренироваться? В хрущевке, что ли? В квартире? Да хотя бы и в квартире. Ну, а они тренировались, правда, ребята? Да. Да, я челночный бег туда-сюда. Челночный бег? Угу. От дивана до холодильника и обратно? Не только, еще на балкон покурить. Вы еще и курите? Не, только когда выпью. Да что вы его слушаете, он шутит. Не, я шучу только когда курну. Он, между прочим, лучший в беге с препятствиями. Да? Я так понимаю, теперь он препятствия с собой носит? Что у тебя? Вот видите, вам даже фитнес-браслет подсказывает, что вам надо чаще двигаться. Ну, так и напоминание. У меня сейчас легкий перекус. Перекус? Да. Легкий. Бывает. Это кошмар, это катастрофа. Нас даже в самолет не пустят, у нас же перевес будет. Ну что вы, у нас же МРИА, украинский грузовой самолет. Да. Там большой в мире. Мы, может, единственная сборная, которая до Олимпиады долетит вообще. Вы серьезно? Да вы посмотрите на них. Каждый из этих спортсменов потянет за двоих, а то и за троих членов делегации. Да мы можем не брать чиновников, а что? То есть как это не брать чиновников? Извините, зажралась, задержалась. А это еще кто? Это наша звездочка, чемпионка по художественной гимнастике с обручем. А где обруч? Вот! Она хотя бы танцевать сможет? Танцевать сможешь? Конечно! Я же тренировалась! Да, она же тренировалась. Интересно, и как же называется ваш танец? Танец с шаром. А где шар? Под обручем. Сейчас танцуют. О. Я заведу нормально. Давай, пошла на холостых. А в конце прыжок на руки партнеру. Куда? Нет, не надо прыгать! Да
Да ладно! Пускай прыгает! Может, еще один бассейн появится. Будет куда дзюрить. Так, я не понял. Вы что, пьяный? Никогда! Что вы врете? От вас алкоголем пахнет. Это антисептик. Так, а ну прекратите ерничать. Я вижу, что вы пьяный. А у него уважительная причина. Его жена бросила. Да это я тебя бросил, понятно? Алкаш! А ты жена алкаша, бывшая. А чего бросила? Из-за антисептика. Вот этого вот. Надо не на Олимпиаду послать, а выгнать к чертовой матери из сборной. Ну что, у него 3 олимпийских медали. 2. Я одну в ломбард отнес, мне на антисептик не хватало. Я прошу прощения. А можно мне плавки на пару размеров больше? А то во время прыжка может казус получиться. Какой казус? Кукушонок может вылететь из гнезда. Не понимаю, какой кукушонок? Белочка потеряет орешки. Какие орешки? Что он несет? Я ничего не понимаю. Понимаете, это еще женская сборная. Тестостерон зло. Какой кошмар! Это ужас! Вы что, не знаете девиз Олимпиады? Быстрее, выше, сильнее! Вы посмотрите на себя! Вы же жирнее, толще, пьянее! Так что я снимаю нашу команду с Олимпиады. Я звоню в МОК. О, тогда мне 2 Биг Мака. А мне чикен Макнаггетс 20 кусочков. Мне картошечки и колу. Да не в МАК, а в МОК. Международный олимпийский комитет в Швейцарии. А, так тогда шоколада закажи. Ой, а мне сыр с дырочками. Это ужасно. Вы посмотрите на себя. Вы не спортсмены, вы сборище непонятно кого. Вот кто у вас факелоносец? Я факелоносец. Точно не вы. Точно не вы. Не дай бог, вы там еще дыхнете на этот факел, все сгорит нафиг. Да ладно. Зори в сарае, гори Фудзияма. Вот же! Ну вот же, умничка! С карантина, в форме! Держала, молодец! Умница! Берите с нее пример! Какой спорт? Атлетика. Тяжелая. Штанга. Какая нафиг штанга? Сука, тяжелая! Да. Так она она же на карантине, она не ела ничего, потому что в маске все время была, боялась заболеть. А вот я смелая. Я вижу. Бутрик будешь? А может, я лучше дыньку откушу? Это кошмар, это ужас. Вот как вы, тренер, могли до такого допустить? Вам же министерство выделило 200 миллионов гривен на подготовку сборной олимпийской. Как мне теперь перед ними отчитываться, а? Как 200 миллионов? Нам всего 200 тысяч дошло. В смысле, 200 тысяч. Но это не меняет сути. Еще как! Меняет! Кажется, я знаю, где мы будем тренироваться с бассейном, дорожками и тренажерами. А ну дай ключик от своего дома, слышь ты? Не подходите ко мне! Я сейчас... 23 та 24 квітня у Палаці Україна святкова програма «Дизель-шоу». Сама крута в Україні! Яскраві враження та нестримний сміх гарантуємо. Квитки на сайті dieselstudio.com та використання фонограми.